Идем на очередную стройку изучать конструктив, локацию, ценники. Сейчас кое-что даже вам покажем. Вот полноценная двухкомнатная квартира, две отдельных комнаты, кухня и совмещенный санузел. Это у нас третий этаж, вид на лес, то есть не на общаге, как с той стороны. Это у нас конструктив монолит-кирпич, то есть монолит и заполнение полноценным кирпичом. We'll be right back.
Так, это у нас полноценная трехкомнатная квартира. Здесь получается три отдельные комнаты, коридор, отдельная кухня, два санузла. То есть в одном можно сделать душевую, то есть огромный санузел. И с другой стороны огромный будет туалет, куда можно поставить будет еще и машинку. Вот. За моей спиной торговый центр «Семья». Залезли мы специально на 7-й этаж, чтобы показать вам вид. Даже не вид, а локацию, скорее всего. То есть это получается самый, ну, что ни на есть центр. Вот, пожалуйста, «Семья». Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тотчий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Блещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Так, это был очередной ЖК в центре города Уфы, рядом с торговым центром «Семья». Если кому интересно, мой телефон указан внизу, звоните, пишите, я всегда отвечу. Данный ЖК можно взять без первоначального взноса.